my heart. Funny when I break out of lifestyle dark. Honey when I rank at a tight flow spark. What a psycho drop, playing dice, go start. Oh, who are you? Better know yourself. Know your soul, gotta know your wealth. Slow your roll, get a hold, don't melt. And don't you fall when I feel like hell. Well, who am I? Am I am me? I'm not the one you wanna fuck with. Late nights messing up my sleep, so I'm flustered. Taking out aggression with my pen because I trust it. Writing, trying to get myself a lamb color. Trust for the game, leave him hanging by his chain. Click bang, feeling rage, feel it fire in my brain. Feel insane, and it's gonna reveal the flame. 45 to my brain, playing more and please help. No glory. Здравствуйте, меня зовут Максим, и последние два месяца я пытаюсь воссоздать настоящий шутер и паутину Человека-паука. Я снял уже целую серию выпусков, и за это время накопилось парочку самых интересующих вас вопросов. На фоне у вас сейчас новый паучок на четвертую плойку. Это мой личный тренажер и источник вдохновения. Что же, приступим к вопросам. Итак, самое важное. Корпус. Много вы задаете вопросов, где взять такой корпус, и, увы, его не найти в интернете. Мы недавно искали, пытались, но, увы, такое уже не продается. Вы можете использовать все, что угодно, потому что он играет роль только в дизайне. Не более. Пластик просто украшает все. И не более. На функционал он никак не влияет, и вы можете сделать намного лучше дизайн, чем у меня даже. Поэтому не переживайте и просто пофантазируйте, придумайте что-то свое. Клапаны CO2 баллон. Это можно купить в интернете. Погуглите просто запчасти к пневматическому оружию. Там вы можете найти кучу клапанов, кучу всяких втулок, кучу всего и те же самые CO2 баллоны. Кевлар для паутины вы можете купить в рыболовном магазине или поискать на Али. Буду ли я переснимать моменты с выстрелами из питания паутины? Да, буду. Я не против и хочу вам показать и буду снимать до тех пор, пока вы все не убедитесь, что это таки правда, что это все есть. Поэтому, если меня адекватно попросить, то я адекватно восприму все и сделаю. Ну и последний такой самый задаваемый вопрос. Будет ли маска с анимированными линзами и что двигается? И я хочу сделать такое. Только остается один вопрос. Какой из костюмов? Первый? Или второй? Все в ваших руках, выбирайте. Можете предложить еще какой свой вариант и объяснить почему. В общем, пишите много чего в комментариях, что думаете, все мысли свои пишите. И все, на этом все. Я пошел тренироваться. И на этом все, спасибо всем, до свидания, друзья.